Здравствуйте, в игре Клондайк, когда чистили, видели вот всякие такие вот подарочки. Ну вот я расчистила 100%, и за 75, по-моему, я вот получила какой-то знак. Деревянный знак, выигрывайте хорошие призы каждый день. А это типа рулетка, ну, изумрудов нет. Ну, есть, конечно, полетаем. И, ладно, давайте покрутим, посмотрим, что ж там будет. Да. Очень сильный приз. Могли бы что-то поинтереснее придумать, честное слово. Так себе рулеточка. И за расчистку не дали изумрудов. И еще и рулеточка подкачала. Ну, как-то вот так на этом все.